складывается впечатление, что ноги этих ребят живут своей жизнью. Отдельно от тела. Легкие прыжки, скользящие шаги, точность каждого па, каждой линии производит завораживающее впечатление. А чего стоит музыка, под которую исполняется этот танец? Действительно, вау-эффект достигается танцорами с первых нот, первых ритмов. В программе Generation UA вы узнаете, чем ирландские танцы, а именно степ, привлекает украинскую молодежь. Мне очень нравятся ирландские танцы, потому что они активные, они держат меня в форме, и музыка красивая, и очень нравятся отношения. Ирландские танцы – это интересно, познавательно и очень увлекательно. В ирландских танцах заставляет расти и двигаться вперед здоровая конкуренция в первую очередь, также желание достичь высшего уровня, всегда есть куда расти. Степ ирландский – это танцы в жесткой обуви, в хардах. Ирландский степ – традиционный танец Ирландии. Популярен в мире он стал благодаря ривердансу. Танцами я занимаюсь с раннего детства, наверное, где-то с лет 6. Я сначала занимался народными танцами, занимался, и потом уже после школы я пошел в армию. И, конечно же, я заниматься перестал. Было желание такое вот все-таки продолжить заниматься. Как ни странно, я как-то увидел выступление ирландских танцев. И это было в исполнении как раз балета Нарнии. Думаю, так, найду я, наверное, этот ансамбль и посмотрю, может быть, у них есть какая-то школа. Зашел на сайт, а у них школа ирландского танца. Прихожу, и, оказывается, в любом возрасте берут. И ребята такие: танцевал? Ну да, танцевал. И потом мы начинаем учить. Я думаю, ну сейчас ансамблем будем танцевать, и я жду, когда же это будет. А там ребята по одному выходят, танцуют, и потом где-то какую-то там репетицию. Ты на чемпионат поедешь? Я так: ух ты, а что это за чемпионаты здесь такие? Ну, мы как бы танцуем, учим танцы и по одному выступаем. Ну, поеду, наверное. Ну и так я как бы познакомился с ирландскими танцами. Понравилось то, что продолжил танцевать. Вот, и также танцую с ребятами и в основном составе, и также выступаю на соревнованиях ирландского танца. Как давно я танцую ирландские танцы? Я танцую их уже 8 лет. Я думаю, что моя история не будет какой-то оригинальная, потому что, мне кажется, очень много ирландских танцоров начинали вот так. Мне было 10 лет, я смотрела телевизор, и я увидела выступление Lord of the Dance. Я такая посмотрела: вау, это так может быть. И забыла об этом. Просто это осталось какое-то впечатление на всю жизнь. Потом я закончила университет, пошла на работу. У меня была работа очень сидячая достаточно. Я решила, надо что-то с этим делать, энергии некуда девать. И поскольку я не занималась никаким спортом до этого, очень стеснялась танцевать, никогда не танцевала. Единственное, что я понимала, мне нравится, это вот когда-то я видела, вот так хотелось. Моя очень хорошая подруга когда-то одним вечером пришла с листочком телефона и сказала: звони. У меня история тоже не отличается много. Мы с Оксаной сестры, и первая пришла Оксана, и тогда она сказала мне: приходи. И я на самом деле, я 2 года ходила, просто смотрела. Я до этого занималась баскетболом, и я не хотела бросать. Но Оксана меня мотивировала очень, и мне понравилось. У нас очень классная группа. Никогда и ни один человек, мне кажется, не почувствовал себя некомфортно, неудобно, даже если ты мало что-то умеешь. Преподаватели классные, очень мотивируют. Нам всем, кто хочет танцевать ирландские танцы, приходится переживать, перестукивать как бы на тренировках их стиль. Он совершенно не похож ни на один стиль, поэтому как бы хоть хип-хопер, хоть бальник, народник, все равно придется с нуля учиться. Каждая связка, там есть градации по уровням, и каждая связка сложнее. То есть с каждой градацией сложнее. И ты как бы проходишь испытания, проверяя себя, ага, сможешь ли ты. А когда ты еще выступаешь на соревнованиях, то
понятное дело, что в спину дышат соперники, вот, и ты уже думаешь не только о себе, способен ли ты победить там какой-то внутренний страх, но еще и внешнего оппонента, как бы, ну, это очень даже подзаряжает, это развивает. Моя первая тренировка была очень интересная, помню, как сейчас. Со мной пошла моя подруга, которая принесла мне телефоны, чтобы как бы поддержать, потому что очень страшно было, волнительно, переживала. Мы пришли в зал, и просто вот в коридорчике занималась Ирина, которая наш преподаватель, и две девочки. Я посмотрела, и я поняла, да, вот это то, что я хочу делать. У меня первая тренировка, когда я занималась, прошла интересно, потому что я 2 года ходила, смотрела на Оксану и думала, это легко. И я пришла, начала заниматься, и я подумала, это очень сложно. Ничего не получается, ноги не поднимаются, и физически тяжело. В Украине больше всего школ, что неудивительно, в столице. Если не ошибаюсь, на данный момент существует 5 школ ирландского танца. Каждая из них имеет некоторые свои нюансы, но в принципе на всех соревнованиях мы соревнуемся в одних и тех же категориях. Дальше по численности и по уровню танцевания и развитости идет Одесса. Там есть 3 хорошие школы ирландского танца. Есть также школа во Львове, в Харькове, в Днепропетровске и в Черкасах. Кроме того, учителя всех этих школ проводят отдельные мастер-классы и имеют некоторые маленькие группы в отдельных еще городах. 2 раза в неделю тренировки – это норма, 3 раза – это отлично. Есть такие, что занимаются больше. У меня никогда не получалось. Вот 3 раза, наверное, это физически. Но когда ты занимаешься 3 раза, в очень сильном тонусе тела. Мне очень нравится то, что если после работы я прихожу, я всегда ухожу радостная. В самом начале ничего не получалось. Это интересное ощущение. Очень болели ноги. Первых 2 месяца у меня просто вот зона подъема и зона вот задних икровых мышц. Они просто неимоверно болели каждый день. И ничего с этим нельзя было сделать. Я думала, это никогда не кончится. Я думала, что я лучше танцую. И потому что по сравнению с Оксаной, когда я думала, что я почему-то лучше танцую, это оказалось неправдой. Иногда сложно бывает, когда у нас проходят чемпионаты, время от времени можно ездить и бороться за 1-е место. И когда ты очень много готовишься и думаешь, что у тебя что-то получается, приезжаешь, но ты не занимаешь 1-е место, нам нужно занять 1-е место, чтобы перейти на следующий уровень. И это немножко расстраивает. Тут нет как бы потолка совершенства. Здесь нужно заниматься, пока есть силы. А когда нет сил, надо продолжать заниматься, чуть поспать, может быть, поесть и опять продолжать заниматься. Приходится все время набивать ногу. Бывало такое, что на остановках танцуешь, бывало такое, что танцуешь в магазинах. Каждый, когда вникает в это, танцует везде. Начинает нравиться, когда улавливаешь музыку и ритм, который выстукиваешь. Это что касается хардовой части. Очень нравится, когда идет музыка и уже сливаешься своим ритмом с музыкой. Это очень нравится и хочется продолжать танцевать. Когда я только начал заниматься, все было вроде неплохо, потому что я начал, конечно же, заниматься с уровня beginner. Я подготовлен, сколько там лет уже народных танцев. Я уже примерно начинаю привыкать к этому ритму, и у меня тут начинают болеть сильно ноги. Я сначала подумал, что у меня там какой-то перелом просто. Я даже к тренеру к своему подходил, говорю, я не могу танцевать. И у меня был чемпионат, по-моему, в Одессе. И я говорю, я не могу. Я даже мазь какую-то купил, разогревала мне ноги. И я мазал. Оно мне хватало буквально на один танец, чтобы я станцевал. И я потом оттанцевал, судьи там поставили оценки. Я выходил уже за кулисы. И все, и опять я просто умирал от жуткой боли. И я уже подумал, что, скорее всего, эти танцы не для меня.
потому что все пропало, у меня ноги не выдержат. И ребята опытные надо мной смеялись. На самом деле через это проходят абсолютно многие. У нас вот эти вот мышцы, они напрягаются, но незначительно. Но когда мы занимаемся ирландскими танцами, у нас начинает вот это все двигаться, вот это все, и тут начинается жуткая крепатура. Это, скажем, такой вот фильтр отсеивает, то есть кто смог выдержать, а кто не смог. Всемирная ассоциация ирландского танца вошла в Украину, и мы все к ней присоединились. У нас появилась возможность участвовать в соревнованиях, чемпионатах. Чаще всего мы участвуем в местных чемпионатах или фэшах. Это то, где дети любых уровней, взрослые тоже любых уровней соревнуются между собой. Те, кто считает себя или кого учителя считают более продвинутым, кто уже может, имеют право соревноваться на международных чемпионатах. У наших ребят очень хорошо успехи. В Украине есть несколько чемпионов мира, как среди взрослых, так и среди подростков. И среди детей есть дети, чемпионы Европы. На чемпионате мира соревнуются как в соло-танцах, так и в групповых танцах. Их тоже есть несколько разных категорий. Есть чемпионы соло-танцев, чемпионы мира, есть группы, команды. Для меня чемпионаты это всегда... Я очень волнуюсь. Это какое-то странное волнение, которое вот за 8 лет у меня не получилось преодолеть. Все хочу, это моя планка, одолеть волнение, потому что из-за волнения я часто просто могу остановиться среди танца и просто уйти. И в комментариях жюри обычно пишет: прекрасный танцор, почему ушел? Прекрасный танцор, почему посередине закончил? Я не знаю почему, просто вот как-то так. Когда ты приезжаешь постоянно, те же люди, и мы общаемся, чемпионат мотивирует очень. Мне очень запомнился первый мой чемпионат, потому что он был спонтанный. Я тогда, по-моему, выучил один единственный танец. Это рил. Его все первые танцуют, учат. А первый чемпионат был в Беларуси, в Минске. Думаю, ладно, Минск посмотрю. И на этом самом первом чемпионате я занял первое место. И, конечно же, это было удивление. Такое вот сразу, ух, я же могу, почему нет? А потом это пошло соперничество. Город за городом, чемпионат за чемпионатом. Что мне очень понравилось, сольные танцы сольными. Но здесь я как народник, конечно же, ждал, что будет ансамблевые танцы. И оказывается, в ирландских танцах есть категория келли. Там полный синхрон всей команды. И мне это очень понравилось. И первое, на что мы тренировались, это на чемпионат Европы. Это были сверхурочные тренировки. Это были просто тренировки на выживание. И съездили мы на чемпионат Европы не зря. Потому что вернулись мы, конечно же, не с пустыми руками. Мы завоевали самую долгожданную победу. Мы стали там чемпионами Европы, и на этом не остановились. Это, наоборот, нас вдохновило попробовать себя еще на чемпионате мира. Мы выиграли в чемпионате мира, обошли ирландцев и немцев, и все-таки долгожданная наша победа вернулась на Украину.